соответствии с порядком государственного... Не прошло и двух недель с момента, когда генпрокурор Таджикистана, выступая в Женеве на 126-й сессии Комитета ООН по правам человека, заверял присутствующих в отсутствии преследований женщин в хиджабе, как 13 июля в социальной сети Facebook один из пользователей под ником Салмон Холиков опубликовал видеоролик с места очередного рейда против исламской формы одежды. На видео запечатлено, как представительницы властей останавливают на улице женщин и девушек в хиджабе. Автор видео подходит к участницам рейда и спрашивает у них, по какой причине и на каком основании они останавливают женщин в платках. На что одна из участниц рейда отвечает ему в резком тоне. Также другой пользователь социальной сети под ником Насими Рахим опубликовал у себя на странице фото с места, где проходил очередной рейд в столице на улице Нигмата Карабаева. В комментариях к данной публикации он написал о том, как стал свидетелем задержания группы женщин в хиджабах по той же улице Карабаева, которых впоследствии доставили в одно из отделений МВД района Сино. Я не знаю, где вы берете эту информацию и кто вам дает такую информацию. Напомним, что ранее генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон в ходе своего выступления в Женеве отметил, что все сообщения о том, что стражи порядка насильно снимают сатры хиджабы с женщин, являются ложными. 30-я Конституция Республики Таджикистан гарантирует каждому свободу.